Привет! Вы смотрите Ukrainian Fashion. Мы сегодня находимся на международном конкурсе «Миссис Европа», который проходит в городе Одесса. Я сегодня увидел и кормящую маму за кулисами с ребенком, и увидел детей, и увидел мужей, насколько даже, по-моему, которые поддерживали, что-то помогали одевать, что-то поправляли. Очень классно. Такой какой-то семейный, да, быт за кулисами происходит. Чем больше мы показываем, ну, женскую красоту, тем больше мы, наверное, прививаем, да, особенно тут деток, которые здесь ходят, да, вот эту любовь к женщине, к красивой женщине, к тому, что она должна быть ухоженная, она должна быть нарядная, да. То есть, ну, я считаю, что вот побольше бы этой красоты на улице, и погода бы лучше стала. Я замужем, и у меня сын 3 месяца. Совмещать это непросто, наверное, и поэтому я на этом конкурсе, потому что этот конкурс — это вот о женской красоте и совершенстве, то есть не только внешности, но и успехи социальном, семейном, и поэтому я и здесь. Самое главное в женской красоте – это верить и любить себя. Это, конечно, немножко сложно слышаться, как это любить себя, потому что большинство женщин ищет, что появится в их жизни какой-то спаситель, который им что-то принесет, что-то поможет и как-то их сделает принцессами. Не надо. Надо верить в себя, надо любить себя. И надо на самом деле лелеять себя, и тогда все будет получаться. Это мои греческие модельеры мне шили это платье, так как девушки Акрополя держат корону на голове, так эта корона тоже соответствует костюму. Хотели больше локоны, струящиеся волосы, макияж такой не очень броский, но чтобы подчеркивало их естественную красоту. Мы постарались передать не только как бы красоту внешнюю, но старались передать и внутреннюю, узнав их характер. У нас это большая честь, и нам очень приятно, что мы являемся официальными партнерами этого мероприятия со стороны индустрии красоты. Смотрите Ukrainian Fashion. Конкурс на самом деле проходил целую неделю. У нас была целую неделю конкурсная программа. Начиная от прибытия девушек в Украину, размещения в гостинице «Вилла Венеция». Спасибо им большое. Затем у нас был круглый стол. Каждая девушка готовила доклад на тему «Борьба с домашним насилием над детьми и женщинами». У нас прошел конкурс талантов, в министериуме клубе прошел. У нас прошел показ дефиле, где мы выбрали топ-модель конкурса. Девушки об этом не знали, девушки узнали только сегодня. Потому что на самом деле жюри находилось все время между ними. Я довольна, конечно, «Миссис Европа Россия». Достойная девушка. Многие зрители в зале мне именно говорили, что предпочтение они отдали «Миссис Россия». В общем, надеюсь, публику мы не подвели своим выбором. Сам
самое главное, очень приятно, что девушки хотят что-то делать, они стараются, отлично выглядят, у них обалденные тела, что я могу сказать вот по тем девушкам, которые проходят мимо нас. Но это здорово. Смотрите Ukrainian Fashion. Значение, кто выиграет, кто возьмет корону. Имеет значение то, что они сплоченно за 5 дней, они сплоченно, я в этом коллективе в отеле находился, они сплоченно, они сдружились все. Нету борьбы какой-то, да, за корону, за красоту. Естественно, хотела сказать большое спасибо организаторам, особенно Лене, за то, что подарила этот прекрасный вечер не только одесситам, но и всей Украине. Мне очень понравилась представительница Австрии. Она действительно очень яркая, красивая, несмотря на то, что у нее 2 детей, у нее очень прекрасная фигура. Ukrainian Fashion Channel. Не победа была моей целью. Я хотела достойно представить Россию, чтобы все прошло гладко, чтобы все девушки прекрасно себя показали, проявили. Я, честно говоря, думала об этом. И то, что сейчас я победила, для меня это шок. Я не могла сдержать слез. Подарила моя команда. Команда высшей модельной школы, когда я поехала на конкурс, они подарили мне это платье как талисман удачи. Теперь я с облегчением могу вздохнуть. Я действительно счастлива о том, что в мой город, в любимый, в Одессу, приехали девушки из стран Европы. Это не просто конкурс красавиц, это международный конкурс. И девушки все уже с опытом. Смотрите Ukrainian Fashion. Я Миссис Европа 2013. Мария Ярошенко. Увидимся. На мне одето платье Натальи Эсман. У меня пиджак авторской работы Филипп Лейн. Брюки также Наталья Эсмар. Обычный гольфик. Это Барбари. Штаники Барбари. Пиджачок тоже Барбари. На мне одето платье Том Форд. Туфли Заноти. Туфли Джимми Чу. Платье Гуччи. Все просто. Тебе Роберто Кавалли, моя любимая, мой любимый бренд. Рубашка Валентина, любимый костюм от любимой марки Zara.